каждого исполнителя, наверное, есть в разные времена, конечно, в разные времена. Вот главная песня, которая... Люди такая тоже была, и когда я уже стал, я понял, что придется ее выучить мне. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Но не только в этом дело, а еще и в том, что по небу ходит кто-то, эти звезды зажигая, чтоб до самого рассвета им гореть, едва мигая, кто, не знаю, но предполагаю, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот она лесенку приставит, вот оконце голубое. Отворите, чиркнет спичкой, огонек зажжет зеленый. И заторопится дальше, дальше, и так всю ночь бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот она лесенку приставит, вот оконце голубое. Подрежет и нагарщик сами снимет. А если стеклышко замутится, он протрет его мягким фланелевым лоскутком, чтобы звездочка сияла до рассвета, чтобы звездочка сияла до зари. А еще есть у него забота следить, когда пойдет дождь, чтобы фитили не отсырели. А еще вы, наверное, думаете, что если с неба падает звезда, то фонарщика тут же убавляется завод. Ничего подобного, потому что тут же на ее месте рождается новое. Просто ее до поры до времени и не разглядеть невооруженным глазом. И поэтому бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Новорожденные звезды он излит и плевает. Вы мне скажете, я вру, и так, конечно, не бывает. А вы возьмите телескоп, только очень хороший телескоп. Посмотрите сами, и вы увидите, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит. И чиркнет спичкой, огонек слегка подправит. Торопится дальше, дальше, дальше. А ведь когда-то было высоким этот маленький фонарщик. Был высоким, был ужасно долговязым, да тем, что и лесенка ему не нужна была. Но, увы, от ночи к ночи уменьшался раз за разом. Может, скоро от него и совсем ничего не останется. А все дело в том, что есть у него привычка, спичку он зажигает, чиркая подмётки своего башмака. Странно, при этом подмётки остаются совершенно целыми, а уменьшается сам фонарщик. Ну, пусть не намного, на 0,001 какой-то миллиметр. И все-таки, говорят, что дело вовсе не в этом, а в том, что каждой звездочке он отдает частицу себя. Но это же страшно. Каждой звездочке хотя бы частицу себя. И вот уже бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. И когда его не станет, что же, люди, будет с нами? В небе добрыми руками кто затеплит это пламя? А вы улыбаетесь. Вы-то знаете, что никакого фонарщика нет, что все это ядерный процесс, распад, синтез, выделение колоссального количества энергии, миллионы веков, миллиарды световых лет и бесчисленное множество вселенных, которые разбегаются, разбегаются.
их уже не собрать, если только за дело не возьмется маленький фонарчик, маленький фонарчик.